Фотографии плохо получаются. Надо... Я вот постараюсь снять на видео, чтобы было видно, если кому надо, как ремень идет, если получится. Я постараюсь. Еле-еле. И так, и сяк пробовали. И позвонить, блин, нету. И Юрке, Юрка, твой телефон где-то был? Куда, не помню. А по телефону, наверное, никто бы и не смог бы мне объяснить. Ну вот, если получится, если вы... Не, ну понятно, что он идет так, так, так. И там такая петля. Короче говоря, на ролике, который с пружиной, вот, который меняли, на нем петля получается. Да. Все. Ну вот отдельно хочу снять, тогда солнышко там светило. Не знаю, можно ли будет разобрать, как стоит ремень, если это будет понятно. Нужно очень внимательно... Вот именно та петля, которая идет сейчас с той стороны. Видите, после этого шкива, вот после этого, блин, горячее все, он идет сразу же туда. Потом он и огибает. Потом он огибает этот натяжной, который мы поменяли. Натяжной. И возвращается обратно уже за коленвал. Потом идет на этот, не знаю, масляный, наверное, насос. Потом идет на этот простой ролик. И уже на вентилятор. И только потом на генератор и опять туда. Вот такие вот, ребята, пироги. Видно, не видно, не знаю. Конечно, лучше всего на такие вещи рисунок иметь. Вот эта фигня полетела. Здесь стоял этот валик, от него почти ничего не осталось. Ролик. Вот старый ремень. Старый ремень даже не порвался. Думаю, сохраню его. Номера, ну, может быть, на тот раз, когда первый раз снимал, может быть, руки трясутся, номера сохранились. Надо было отдельно сфотографировать, не подумал. Но это... Двигатель, трактор без кондиционера. Как сказали, что если кондиционер, то это значит ремень другого размера. Все надоело. Устал. Но завтра опять в путь. До свидания.